Привет, добро пожаловать на мой канал. Я Жанна. И сегодня второй день моего путешествия из России в Португалию. То есть, если вы смотрели предыдущее видео, я еду в Португалию. Но сначала мы должны попасть в Москву. И после этого мы полетим в Лондон. Из Лондона мы уже полетим в Португалию. В Лондоне пробуду всего один день. То есть мы навестим наших родственников, да, успеем перепаковать чемоданы, и потом отправимся в Португалию. Ну а сейчас я до сих пор нахожусь в поезде. То есть вчера где-то в 8 часов вечера наш поезд отчалил из моего родного города, провинциального городка. И уже осталось где-то час, если не меньше, наверное, даже меньше уже, и как мы прибудем в Москву. Хочу вам показать немножко в окошко, что мы видим. Это Подмосковье, или уже даже Москва, вот так встречает нас не особо радостной погодой. Все небо затянуто, очень темно. То есть сейчас где-то 11 часов до дня, а кажется, что уже вечер. Вот такая она унылая, это Москва нас встречает сегодня. Да, не особо весело, что мы видим. Вот так мы, провинциальные люди, и видим Москву через окно нашего поезда каждый раз, когда мы прибываем. Это была электричка, скорее всего, междугородняя. Но сейчас, конечно, зима, мы едем, это февраль. Погода немножко, по-моему, не совсем адекватная в этом году. То есть в феврале у нас обычно морозы стоят. А сейчас, наверное, может, не знаю, градусов минус 6, минус 5. Очень необычно для этого времени года, да. В Москве прошел, прям перед самым нашим приездом, да, пару дней назад, прошел ледяной дождь. Ну что ж, видно, что сейчас уже все нормально. Надеемся, что больше ледяного дождя не будет. Мы сможем спокойно улететь. Без задержек. Ну что ж, вот так она и выглядит. Москва на подъезде. А подъезжать мы будем к Павелецкому вокзалу. И я постараюсь опять заснять немножко на перроне Павелецкий вокзал. Там мы поедем на Аэроэкспрессе в аэропорт Домодедово. Итак, осталось совсем несколько минут. Мы уже в Москве. Подъезжаем по Павелецкому вокзалу. Вот, мы находимся на Павелецком вокзале. Видно Москва. Сейчас все бегут, бегут, бегут. Скоро мы побежим прямо к выходу с перрона. Итак, прямо у нас выход будет в город. Налево на вокзале внутри это выход метро. Ну а мы побежим направо покупать билет на Аэроэкспресс до Домодедово.